Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас обзор новых товаров в магазине Fix Price июнь. Посмотрите, вот такие вот чашечки интересные, детские, со слониками, с кисками. 199 рублей. Такие небольшой набор посуды с тигрятами, очень красивые. Разная посуда, смотрите. Чашечки какие симпатичные, с ирисами, всего 77 рублей, снизу прозрачные, можно снизу увидеть, что у вас лежит там, если вдруг забыли. Такие контейнеры, которые можно куда-то подвесить. Для специй, посмотрите, какие хорошенькие. 199 рублей тоже стоит. Много разных посуды появляется. Сегодня магазин пустой. Вермишелька. Кстати, на нее у меня был обзор. На моем канале очень классная, хорошая. Мне очень она нравится. Разные такие конфеты. Видела отзывы, что они вкусные. Похожие на Рафаэлки. Всего 10 рублей. Посмотрите, сколько вкусняшек. Халва. На нее тоже скоро будет у нас обзор. Вот такие вот конфеточки вкусные. Тигрята, совята и собачата. Чай. В Фикспрайсе целая большая коллекция разного чая. И такой чай, кстати, очень-очень безумно вкусный в пакетиках. Пакетики все качественные, хорошие, не рвутся. Также кофе имеется. На него нужно будет обзор мне сделать. Интересно даже попробовать, что там. Цикорий, кофейные напиточки. Карандаши цветные очень, кстати, хорошие. На них тоже был обзор. Фломастер для детей. Здесь посмотрите, как много всего интересного. Тесто для лепки очень, кстати, классное. Резиновые игрушечки маленькие, мягенькие, интересненькие. Ребенку будет интересно с ними поиграть. Держатель двери, шарики надувные, самолеты. Вот слоники точно такие же. Здесь раз посмотрите, сколько много разных игрушек стало в Фикспрайсе. Посудка даже, куклы. Такой ножик прям посудка, острый. Конструктор, какой интересный, большие такие детали. Маленькие пупсики, машинка такая большая, симпатичная.
даже деньги, дисконтная карта, алфавит на магнитиках, экспресс нас прям не перестает радовать интересными всякими товарами, грибочки, ежики, белочки, зайчики. Для сада прям это очень красиво. Сумочки. Когда только открылся Фикс Прайс, я прям помню, мечтала, чтобы там продавались сумочки. Игрушки. Такие симпатичные. Мартышки. А вот и фигурки. У них уже был обзор. Ручки и вкусняшки. На эти вкусняшки обзор в будущем скоро-скоро уже выйдет. Обязательно посмотрите.